Сегодня в Семее прошли республиканские командно-штабные учения «Зима-2021», на которых было уделено особое внимание вопросам экстренного реагирования спасателей. Республиканское командно-штабное учение «Зима-2021» – традиционное мероприятие, отслеживающее готовность оперативных служб города к зимнему сезону. На нем была отработана подготовка формирований и служб гражданской обороны по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. Учебно-тренировочный сбор был организован на базе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Там проверялась оперативная работа 14 организаций в составе сил гражданской обороны. Особое внимание уделялось готовности оперативно-аварийно-спасательных отрядов и снегоочистительной техники. В рамках республиканского командно-штабных учений КС-2021 по республике Казахстан проходят республиканские учения подготовки сил и средств, сил гражданской защиты на зимний период. На данный момент начинается учение. По сценарию у нас будет порыв теплотрассы основной по району Жаносемей. На что будут реагировать силы и средства города Семей, сил гражданской защиты по ликвидации данного ЧС. В рамках учений были проинспектированы мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и ремонтно-восстановительные работы при выходе из строя тепловых сетей. Перед проведением общих учений оборудование оперативных служб было полностью приведено в готовность. Перед этими учениями у нас есть плановые работы. Мы обходим комиссионные осмотры. По плану подготовки у нас 100% техника готова. Это снегоуборочные, аварийно-спасательная техника и так далее. Сегодня задействовано 135 человек, 35 единиц техники. Главная цель учений – улучшить координацию работы в чрезвычайных ситуациях. При этом было отмечено, что все подразделения должны быть максимально подготовлены к чрезвычайным ситуациям. Талшын Шакыртхан, Евгений Проскурин, Айнур Касым, Адиржан Бисингазинов, телеканал «Семей».